Ужасный случай произошел в одном из американских пригородов под названием Рэкон-Сити. Позже выяснилось, что это бедствие было вызвано Т-вирусом, мутагенным токсином, разработанным международной компанией Umbrella Incorporated для проведения экспериментов с биологическим оружием. Полицейский департамент Рэкон-Сити и его специальный отдел немедленно начали расследовать это дело. Дело было очевидно закрыто благодаря членам команды Stars Криса Редфилда и Джилл Валентайн. Но с опытами корпорации Umbrella еще не покончено. Что у нас здесь? Эти парни маньяки! Попробуйте найти меня! Черт, какой бардак! Из-за чего все это? Что это было? Что это еще такое? Так, достаточно. Не двигаться! Не двигаться! Нет! Смотри сам, парень. Я предупреждал. Что за чертовщина? Стой!
Стой! Не стреляй! Пригнись! Нам нельзя здесь оставаться. Иди в полицейский участок, там будет безопаснее. Туда! Давай! Ладно. Что происходит? Я приехала в город, но здесь все такое странное. Подожди, рация не работает. Ты полицейский, да? Да, первый день на работе. Здорово, да? Меня зовут Леон Кеннеди. Рад познакомиться. Меня зовут Клэр Редфилд. Я приехала, чтобы найти своего брата Криса. Можешь открыть крышку? Конечно. Там внутри есть пистолет. Лучше возьми его с собой. Нет! Осторожно! Ты в порядке? Еще пока цела. Они нас окружают! Смотри! Клэр! Леон! Я в порядке. Иди в полицейский участок. Встретимся там. Хорошо! Постой! Ты кто? Что ты здесь делаешь? Не стреляйте, я человек! Прости за это. Я думал, ты один из них. Что в этом городе происходит? Вперед! Я даже не знаю. К тому времени, когда я заметил, что что-то не так, весь город был наводнен зомби. Ты здесь будешь в полной безопасности. Я за всем внимательно слежу.
Thank you.